Собрали, фрезеровали стол. Первая стружка. Первая стружка. Будем нарезать фанеру для, чтобы поднять стружкоотсос наверх. Мешок побольше ставить. Вот такая вот программка. Закрепил к столу через Т-гайки. Через Т-гайки вот такие нафрезеровали. Болтики. Вот, то есть как бы сам насверлил он. Просверлили, прикрепили. Здесь, 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 здесь и там. Ну, вот сейчас нажимаем. Первая стружка. Да. Все чистенько, сейчас сверлит отверстие. Продолжаем сверлить отверстия. Отверстия ровненькие. Операция. Сейчас скорость задана 3000, это пока проверочная, 3000 миллиметров в минуту. Так, вот он. Лопас. Обороты 12000, 3000 миллиметров в минуту подачи, фреза двухперевая, 6 миллиметров. Сейчас на другую операцию пойдем, сейчас будем резать. Можно подачу увеличить. На 20% подачу увеличил, в принципе. Чистые такие вот резы. Стружкоотсос работает прекрасно. Вообще стружки нету, все чистенько. Ни пылинки, ничего нету. Вот, все вообще. Мотор по Z работает.